земли, ты меня с собой влеки. Быть хочу с тобой там, где ты. Все, что есть во мне, ты себе, Иисус, возьми. Жизнь мою для славы своей. Чистые сердца узрят, Господь, тебя, чтобы быть всегда в присутствии Отца. Горы и моря, вся вселенная твоя, прославляют лишь тебя. Хочу с тобою там, где ты. Все, что есть во мне, ты себе, Иисус, возьми. Жизнь мою для славы своей. Чистые сердца, чистые сердца узрят, Господь, тебя, чтобы быть всегда в присутствии Отца. Горы и моря, вся вселенная твоя, прославляют лишь тебя. Ты святой.
Я благодарна Богу за эту возможность. Ich bin Gott dankbar für diese Möglichkeit. Приходить сюда на это место. Hier an diesen Ort zu kommen. Поклоняться его святому имени. Und seinen heiligen Namen anzubeten. И просто находиться рядом с ним. Und einfach in seiner Nähe zu sein. И каждый раз, когда я поклоняюсь Господу, Und jedes Mal, wenn ich den Herrn anbete, я пытаюсь представить себе, как это будет на небесах. Stelle ich mir vor, wie es im Himmel sein wird. Потому что когда я поклоняюсь, Denn wenn ich anbete, я чувствую его присутствие. Spüre ich seine Gegenwart. И поэтому я начинаю представлять, как это будет на небесах. Und dann stelle ich mir vor, wie es im Himmel sein wird. Когда куда бы ты ни посмотрел и куда бы ты ни пошел, везде Бог. Denn egal wo du hinsiehst und egal wo du hingehst, da ist Gott. И везде наслаждение и радость. Und überall ist dieser Genuss und die Freude. Это будет прекрасное время. Und das wird eine wundervolle Zeit. И это будет вечность, которая не закончится никогда. Und das wird die Ewigkeit sein, die niemals endet. Нам немножко трудно это представить, но это будет. Es ist uns schwer zu vorstellen, aber es wird so sein. Halleluja. Это будет прекрасное время. Es wird eine wundervolle Zeit. И Бог приготовил также прекрасное время здесь на земле для каждого из нас. Und auch hier hat Gott eine wundervolle Zeit für uns alle vorbereitet. Amen. Amen. Это не время мучения и издевательств. Es ist keine Zeit der Quälerei. Но это время Когда мы общаемся с Богом. Aber es ist die Zeit, in der wir mit Gott Kontakt haben. Когда Дух Святой сошел на эту землю. Wo der Heilige Geist auf diese Welt gekommen ist. Он следит за тем. Und er danach schaut. Если мы ему позволяем. Wenn wir natürlich erlauben. Чтобы он помог нам состояться каждому. Dass wir standhaft Amen. Bleiben. И принести плод на этой земле. Und auch die Frucht auf dieser Welt bringen. Последнее воскресенье у нас была очень прекрасная проповедь. Und letzten Sonntag hatten wir eine wundervolle Predigt. Amen. Amen. И мы слушали слово о десятине. Und wir hatten das Wort der Zehnte. И мы можем слушать. Und wir können hören. Но все равно оставаться при своем мнении. Aber dennoch unsere eigenen Meinung bleiben. Мы можем слушать и прислушиваться. Wir können hören und мы можем частично что-то принимать. Wir können einen Teil davon annehmen. Мы можем все слушать и все принимать. Wir können alles hören und wir können auch alles annehmen. И никто не может нас заставить слушать по-другому. Und keiner kann uns zwingen, anders zu hören. И никто не может нас заставить полностью, частично или вообще не принимать. Und keiner kann uns auch zwingen, nur teilweise oder alles anzunehmen. Это дар Божий. Das ist die Gabe Gottes. Что у нас есть право выбора. Dass wir die Wahl haben, мы uns selbst сами решаем, как мы слушаем. Wir selbst haben die Wahl, wie wir zuhören, что мы принимаем. Was wir annehmen, и что мы не принимаем. Und was wir nicht annehmen. И даже сам Бог und auch selbst Gott акцептирует это. Akzeptiert dies. Потому что у тебя есть право выбора. Denn du hast die freie Wahl. Halleluja. И это было прекрасное слово. Das war ein wundervolles Wort. И я верю, что Und ich glaube daran. Еще пройдет немного времени, и здесь будут прекрасные свидетельства по этому слову. Dass nach einiger Zeit wunderbare Zeugnisse kommen werden nach diesem Wort. И что десятина? Und dass die Zehnte принадлежит Богу. Gott gehört. И мы не приносим нашу десятину, потому что мы обязаны. Und wir bringen diese Zehnte nicht, weil es gezwungen не ist. Не по закону Моисея. Nicht nach dem Gesetz Moses. Не потому, что на нас смотрят люди. Nicht, weil die Menschen auf uns schauen. Не потому, что пастор от меня этого ожидает. Nicht, weil der Pastor dies erwartet. Не потому, что скажут обо мне. Und auch nicht deswegen, wegen der Meinung der Menschen. По этому поводу наши десятины. Wir bringen unsere Zehnte nicht deswegen. Мы приносим нашу десятину. Я приношу свою десятину. Ich bringe meine Zehnte. Потому что я благодарю Бога за все, что Он мне дал. Weil ich Gott für das all dankbar bin, was er mir gegeben Когда hat. Я приношу свою десятину, Wenn ich meinen Zehnten bringe, то остальные 90% освящаются. Dann werden diese 90% gesegnet и стоят под особой защитой Божьей. Und stehen unter einem besonderen Amen. Schutz von Gott. Я, мои дети, ich, meine Kinder, мое имущество, mein Vermögen, освящается через десятину. All dies wird gesegnet durch den Zehnten и защищается. Und wird auch geschützt. Amen. Amen. Halleluja. И очень важно, с каким мотивом сердца мы приносим десятину. Es ist sehr wichtig, mit welchem Motiv von unserem Herzen wir das bringen. Потому что можно приносить автоматически в послушании десятину. Wir können das wie so ein Rhythmus einfach nach dem Hören das bringen. Но оно не работает. Aber so bringt es nichts. Бог не любит автоматику.
Gott liebt keine automatischen Sachen. Бог любит живые взаимоотношения. Gott liebt lebendige Beziehungen. Бог любит, чтобы когда ты принёс свою десятину. Gott liebt es, wenn du deinen Zehnten gebracht hast. Чтобы ты ему сказал: "Вот, папочка." Dass du ihm sagst: "Hier, Papa." Это то, что ты мне дал. Das ist das, was du mir gegeben hast. И это я отдаю тебе с радостью и благодарностью. Und das bringe ich dir mit Freude und Dankbarkeit. Так, наш папа принимает десятину. So nimmt unser Vater den Zehnten an. И пастор рассказывал про Авраама. Und der Pastor hat über Abraham gesprochen. Евреям 6 и 7 глава. Im Epheser, Hebräer 6 und 7. Кто читал? Wer hat das gelesen? Аллилуйя. Бог дает вам еще один шанс, еще одну неделю. Прочитайте 6 и 7 главу Евреям. Gott gibt jedem noch mal eine Chance, das noch mal nachzulesen. И знаете, что самое интересное? Und das Interessante? Саша, спроси в следующий раз, читали или нет. Alexander wird nächstes Mal fragen, ob ihr gelesen habt oder nicht. И это домашнее задание. Und diese Hausaufgabe? И это простое послушание. Ist einfach nur Gehorsamkeit. Чтение Слова Божьего. Das Wort Gottes zu lesen. Мы знаем всем, что Бог пообещал Аврааму. Wir wissen alle, dass Gott Abraham versprochen hat. Он сказал ему: "Я твой щит." Er hat gesagt, ich bin dein Schutz. Он сказал: "Я благословлю тебя." Ich werde dich segnen. "Я размножу тебя." Ich werde dich vermehren. Он вышел на песок и сказал: "Посмотри на песок." Er ist wie diesen rausgegangen. Er hat gesagt: "Schau auf den Sand." Вот столько, сколько песка, вот столько будет у тебя потомков. So viele Sandkörner, die da sind, so viel Nachkommen hast du dann. Ночью он вывел его на улицу. Nachts hat er ihn rausgebracht. И сказал: "Посмотри на звезды." Und hat zu ihm gesagt: "Schau auf die Sterne." Эти звезды, diese Sterne, которые невозможно исчесть, die nicht möglich sind nachzuzählen, это будут твои потомки. Das sind deine Nachkommen. У Авраама уже было обещание от Бога. Abraham hatte schon das Versprechen Gottes. Но ничего не происходило. Aber es ist nichts passiert. До тех пор, пока что не произошло. Bis dahin, was passiert ist? Авраам принес десятину. Abraham hat den Zehnten gebracht. И Мелхиседек. Und Melchisedek. Откуда он взялся, никто не знает. Woher er kam, keiner Куда weiß он es. Ушел, никто не знает. Wohin er hinging, и написано, keiner что weiß он как Сын Божий, который без начала и конца. Und steht geschrieben, er ist wie der Sohn Gottes, der kein Anfang und ein Ende hat. И Евреям 6 и 7 главе написано, что Und in Hebräer steht geschrieben, что он вышел навстречу Аврааму. Er ist zum Treffen mit Abraham hinausgegangen. И когда Авраам отдал десятину, Und als Abraham den Zehnten abgegeben Мелхиседек hat, благословил его. Melchisedek hat ihn gesegnet. Он высвободил то благословение. Er hat den Segen befreit. Бог пообещал. Gott hat versprochen. Но чтобы оно начало работать и производить то, что Бог пообещал, damit es funktioniert und den Sinn erfüllt, den Бог Gott versprochen использовал, hat, написано, священник всемогущего Бога. Es steht geschrieben, dass Gott den hohen Priester benutzt hat, чтобы благословить, высвободить это благословение. Um zu segnen, um freizustellen diesen Segen. И десятина, когда мы приносим ее Богу, und den Zehnten, wenn wir ihn zu Gott bringen, то священник благословляет и высвобождает все те обетования, которые Бог дал. Dann wird der hohe Priester den Segen und die Befreiung des Segens Скажите, дорогие, hinausstellen. Вы знаете, сколько обещаний есть в Библии, обетований? Meine Lieben, wisst ihr, wie viele Versprechungen des Segens es in der Bibel gibt? Много, много. Viele. Кто-то подсчитал, и я им верю, я не пересчитывала. Jemand hat nachgezählt, Где-то я когда-то услышала, что их 32 500. 3250. Это все то, что Бог пообещал тебе и мне. Das ist all das, was Gott dir und mir versprochen hat. И знаете, эти обетования, und wisst ihr, diese Versprechungen, они даны тебе и мне. Бог пообещал для тебя и меня. Die sind für dich und mich versprochen worden. И написано, что мы, und ты и я, du ты, und ich, ты, du. Мы наследники Авраама. Wir sind die Nachkommen Abrahams. Мы наследники Авраама. Wir sind die Nachkommen Это Abrahams. Значит, все то, что Бог пообещал Аврааму, Und das bedeutet, dass all das, was Gott Abraham versprochen hat, Бог пообещал тебе, как его наследнику. Dass er es auch dir versprochen hat, weil du sein Nachkommen bist. И когда ты приносишь десятину, Und wenn du den Zehnten bringst, то священник, кто у нас первосвященник? Dann wird der Hohepriester, Иисус, wer ist der на небесах, Jesus im Himmel, он принимает твою десятину, er nimmt deinen Zehnten an, и высвобождает благословение на эти обетования. Und er stellt diesen Segen frei.
И также, что я для себя получила, und das, was ich für mich bekommen habe, что когда я даю десятину, wenn ich den Zehnten abgebe, мои дети во мне отдают десятину, geben meine Kinder in mir den Zehnten. Мои внуки через меня отдают уже десятину. Meine Enkelkinder geben sozusagen мои правнуки через меня отдают уже десятину. Und die weiteren Nachkommen geben durch mich den Zehnten ab. Amen. И это очень важно, важно знать. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Скажи, это важно знать. Sag, es ist wichtig. Это важно знать. Sag, es ist wichtig zu wissen. Halleluja. У меня вопрос. Ich habe eine Frage. Ну, простой вопрос. Es ist eine einfache Frage. Когда ты сюда пришел? Als du hier hingekommen ты хорошо bist. Сделал, что пришел. Es ist schön, dass du hier bist. Но у меня вопрос. Aber ich habe eine Frage. С какой целью ты сюда пришел? Mit welchem Ziel bist du hier hingekommen? И обычно такой простой, на такой простой ответ идет простой, на простой вопрос идет простой ответ, чтобы получить от Господа. Und auf eine einfache Frage gibt man immer eine einfache Antwort. Я сделаю вам проще, я отвечу за вас. Ich mach's euch einfach, ich antworte. Цель, зачем мы сюда приходим, Ziel, weshalb ich hier hinkomme, очень важна. Ist ganz wichtig. И если ты приходишь сюда, чтобы получить что-то от Господа, wenn du hier hinkommst, um was von Gott zu bekommen, это не является конечной целью. Dann ist das nicht das Endziel. Когда ты что-то получаешь от Господа, wenn du etwas von Gott bekommst, потом тебе с этим что-то надо что-то делать. Dann musst du mit diesem etwas machen. Amen. Если цель твоя просто получить, wenn dein Ziel ist, einfach nur zu bekommen, тогда ты получил и пошел, и тебе с этим ничего не надо делать dann больше. Hast du es bekommen und dann musst du damit auch nichts mehr machen. Но если цель твоя, aber wenn dein Ziel, что-то получить от Господа, чтобы измениться, dass du etwas bekommst und sich etwas verändert, то это намного больше. Dann ist das viel mehr. Это намного больше. Dann ist das viel mehr. Это намного действеннее. Das ist viel wirksamer. Это намного результативнее. Es macht ein größeres Resultat. У меня очень сегодня интересная тема. Ich habe heute ein interessantes Thema. Бог положил мне на сердце говорить сегодня об исцелении. Ich möchte heute über Heilung sprechen. И я буду говорить сегодня очень простые вещи. Und ich möchte heute über einfache Sachen sprechen. И, скорее всего, все эти вещи вы знаете. Und vielleicht wisst ihr diese ganzen Sachen schon. Но очень важно, чтобы мы напоминали, чтобы мы постоянно слышали напоминание об этом. Aber es ist wichtig, dass wir immer daran wieder erinnert werden. Потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, болезнями, denn immer wenn wir in schwierige Situationen oder mit Krankheiten anstoßen, дьявол так и хочет, чтобы ты забыл то, что тебе очень важно знать. Dann möchte der Teufel, dass du vergisst, was du schon eigentlich weißt. У меня еще один вопрос. Und noch eine Frage. В Библии написано, что Иисус взял на себя все немощи и болезни. Dass Jesus all unsere Wunden und Krankheiten auf sich genommen hat. Как вы себе это представляете? Wie stellt ihr euch das vor? От этого зависит ваше исцеление. Davon hängt nämlich eure Heilung ab. Потому что если вы можете представить себе эту картину, как, вот я здесь, у меня вот здесь болит. А как это Иисус взял на себя? Wenn ihr euch nämlich dieses Bild vorstellen könnt, wie hat Jesus meine Krankheiten, ich bin nämlich hier, aber wie hat das alles auf sich genommen? Мы сейчас посмотрим с вами одно видео. Schauen jetzt ein Video zusammen. И после просмотра этого где-то легче себе представить, как Иисус взял на себя все. Und nach diesem Video ist es ein bisschen leichter zu verstehen, wie Jesus das gemacht hat. Give them.
Why have you forsaken me? I commit my spirit. Что в небесах были такие темные вихри. Dass im Himmel so dunkle Wolken waren. Это были все болезни. Das waren alle Krankheiten. Все болезни, которые только существовали или будут существовать. Alle Krankheiten, die все грехи, waren und die noch kommen werden. Все проклятия. Alle Flüche, смерть. Alle Krankheiten, они der Tod. Вихри кружили сначала вокруг Иисуса. Sie haben sich um Jesus herumgewirbelt, а потом начали просто впиваться в его тело. Und haben sich in seinen Körper hineingeschlagen. Все болезни. Alle Krankheiten, одна за одной, eine nach der они anderen. Все впивались в его тело. Sie haben sich in seinen Körper hineingeschlagen. Они вошли в него. Sie sind in ihn hineingedrungen. И это твои и мои болезни. Das sind deine und meine Krankheiten. Они были на Иисусе. Die waren auf Jesus. И поэтому und Библия говорит, deshalb sagt die Bibel, и ранами его, durch seine Wunden мы исцелились. Sind wir geheilt. Очень важно помнить, es ist sehr wichtig zu wissen, что Иисус, dass Jesus взял на себя, es auf sich genommen hat, весь грех, die ganze Sünde, все наказание, die ganze Bestrafung, все болезни, die ganzen Krankheiten, на себя, auf sich, и это реально, und das ist real, и оно действенно, und es ist wirksam, хотя прошло уже больше 2000 лет, obwohl schon mehr als 2000 Jahre vergangen sind, и нам нельзя, und wir dürfen nicht, относиться с легкомысленностью, leichtsinnig, к болезням, mit Krankheiten umgehen. Ну вот я немножко потерплю, потому что я еще могу терпеть. Ich werde damit noch klarkommen, weil ich kann diese Krankheit gerade noch so ausstehen. Мы не должны ничего терпеть. Wir müssen gar nichts aushalten. Потому что Иисус достаточно потерпел на кресте. Weil Christus genug getragen hat auf dem Kreuz. Иисус Christus взял на себя, hat es auf sich genommen. Все болезни, даже которых еще, может, нет имен. Vielleicht alle Krankheiten, die все nicht немощи, mal einen Namen haben. Все проклятия. Alle, alle Flüche. Flüche und чтобы alle Krankheiten, они не мучили твое тело. Damit sie deinen Körper nicht mehr quälen. Amen. Божья воля. Der Wille Gottes. Для каждого дитя Божьего. Für jedes Kind Gottes. Исцеление. Ist Heilung. Божественное здоровье. Vollkommene от любой Gesundheit, болезни. Von jeder Krankheit. Потому что за все заплатил Иисус. Denn für alles hat Christus schon gezahlt. Я не могу пообещать, ich kann nicht versprechen, что исцеление придет мгновенно. Dass Heilung auf der Stelle kommt. Но могу сказать, aber eins kann по ich Слову sagen, Божьему, nach dem что Wort исцеление Gottes, принадлежит каждому из вас. Dass Heilung für jeden bestimmt Amen. Worden ist. И сколько бы ни потребовали времени, und egal, welche Zeit es auf sich оставайся nimmt, в вере.
Bleibe im Glauben. А пребывай в вере. Befestige dich im Glauben. Потому что если ты останешься в вере, denn wenn du in deinem Glauben bist, ты достигнешь своего исцеления. Wirst du die Heilung bekommen. Если ты опустишь руки, wenn du deine Hände если hängen ты сдашься, lässt, wenn du aufgibst, то болезнь возьмет верх. Dann wird die Krankheit über dich siegen. Для того, чтобы принять Божье исцеление, damit du die Heilung Gottes annehmen нужно kannst, знать Божьи способы, как Бог исцеляет. Dann musst du wissen, wie Gott dich heilt. Многие думают, что если я достаточно поплачу, viele denken, es reicht schon, wenn ich genug weine, если я поумоляю Бога, wenn ich Gott anflehe, я повзываю и еще долго помолюсь, ich schreie auf und werde noch beten, и хорошо-хорошо поплачу, und ich werde noch gut weinen, то Бог меня исцелит. Dann wird Gott mich heilen. Но это не Божий способ. Aber das ist nicht das Wirken Gottes. Плач weinen не двигает Богом. Wird Gott nicht bewegen. Есть только одно, что двигает Богом. Es gibt nur eins, was Gott bewegt. Это вера. Das ist der Glaube. Amen. Amen. Halleluja. Нам очень важно понимать, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, что плач и рыдание, das Weinen und Geseufze, это не является проявлением веры. Das ist nicht das, das Wirken des Glaubens. Поэтому оно не принесет исцеления в твою жизнь. Deswegen bringt es auch keine Heilung in dein Leben. И мы сегодня поговорим про основной способ, который Бог исцеляет свою церковь. Und wir werden heute darüber sprechen, wie Gott seine Gemeinde heilt. Потому что когда мы знаем, как Бог действует, каким способом, denn wenn wir verstehen, wie Gott wirkt, тогда мы можем сотрудничать и правильно двигаться. Dann können wir das Amen. Annehmen und so richtig wirken. Давайте откроем сейчас Луки 5 главу. Lasst uns jetzt Lukas 5 öffnen. Луки 5:1. Lukas 5:1. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать слово Божье, он стоял у озера Генесарецкого. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genesaret stand. Знаете, когда мы читаем или слышим что-то, или воспоминаем, wenn wir lesen oder uns an etwas erinnern, то мы в основном вспоминаем, что народ теснился рядом с Иисусом, чтобы исцелиться. Dann wissen wir, dass sich die Menschenmenge sich drängte und damit Jesus sie heilte. И мы пропускаем то, und wir vergessen das, что прежде чем они получили исцеление, bevor sie die Heilung bekommen haben, народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье. Dass sich die Menschenmenge dazu drängte, um ihn erst zu hören. Слышать Слово Божье. Das Wort Gottes zu hören. Они теснились рядом с ним. Sie drängten sich neben ihm. Потому что написано было, что Иисус учил не так, как учили книжники и фарисеи. Denn es steht geschrieben, dass Jesus nicht so lehrte, wie die Priester damals es lehrten. Они теснились рядом с ним, чтобы услышать. Sie drängten sich neben ihn, um ihn zu hören. Потому что когда они слышали, они чувствовали, что это живое. Denn als sie ihn hörten, merkten sie, dass es lebendig ist. Они чувствовали, что в этом есть сила. Sie merkten, dass in seinen Worten Kraft ist. И давайте сразу прочитаем 15 стих. Und lasst uns Lukas 5:15 lesen. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihrer Krankheiten geheilt zu werden. Молва увеличилась. Und die Menge vermehrte sich. Люди приходили домой исцеленные и говорили, я слышал Иисуса, я был рядом у Него. Geheilte Menschen kamen nach Hause und sagten, ich war bei Jesus, er hat mich geheilt. Und sie haben das erzählt. И неважно, какая болезнь была у людей, когда люди приходили и слышали Иисуса, es war egal, welche Krankheit diese Menschen hatten, als sie Jesus gehört haben. Каждый, кто слышал Иисуса, получал исцеление от своей болезни. Jeder, der ihn gehört hat, hat die Heilung von seinem Wort erhalten. Каждый, кто слышал, jeder, der hörte, получал исцеление. Erhielt die Heilung. И написано в Римлянах 10:17. Und in Römer 10:17 steht, что вера от слышания,
dass der Glaube vom Hören kommt und das Hören vom Wort Gottes. Знаете, wisst ihr, пока каждый из нас не услышал слово Евангелия, solange nicht jeder von uns das Evangelium gehört hat, nicht gehört hat, мы не были спасены, werden wir nicht errettet. Это не произошло так. Ты сидел на диване, ты смотрел телевизор, du hast Fernsehen geguckt, и потом, о, я получил спасение, ура! Und saß dann da, ja, ich habe jetzt die Rettung erhalten. Нет, как это произошло? Wie ist es geschehen? Вы услышали от кого-то. Ihr habt es von jemandem gehört. Кто-то пришел и сказал. Jemand что hat Бог es dir так erzählt, возлюбил тебя, dass Gott dich so sehr geliebt hat, отдал своего единственного сына за тебя, dass er seinen einzigen Sohn für dich hergegeben hat. Когда вы услышали Евангелие, als ihr das Evangelium gehört habt, может быть, и не сразу, vielleicht auch nicht zum ersten Mal, кто-то услышал и принял сразу, jemand hat gehört und hat es sofort angenommen. А может быть, кто-то отмахивался и сказал, уйди ты со своей, слышал я уже 150 раз, иди, не хочу слышать. Vielleicht warst du aber derjenige, der gesagt hat, ich habe schon 150 Mal gehört, geh davon weg. Можно слышать, но неправильно реагировать. Man kann es hören, aber man kann es auch nicht annehmen. Но когда ты услышал, aber wenn du gehört hast, принял, angenommen hast, и правильно отреагировал, und richtig reagiert hast, ты получил спасение. Hast du die Errettung erhalten. Amen. Когда ты услышал Евангелие, hast du das Evangelium gehört, открыл свое сердце, und dein Herz dafür geöffnet hast, и сказал, Иисус, войди в мое сердце, und gesagt hast, Jesus, komm будь in mein Herz, моим Господом и Спасителем, sei mein Retter und Heiler. Ты услышал, hast du gehört, правильно отреагировал, richtig reagiert, получил спасение. Und die Rettung erhalten. Amen. Amen. Так это сработало. So wirkt das. И вера от слышания. Und der Glaube kommt vom Hören. Amen. Amen. Если мы что-то хотим получить в нашей жизни от Господа, wenn wir etwas in unser Leben von Gott erhalten wollen, ты должен сначала услышать от Бога. Solltest du zuerst von Gott hören. Если ты услышишь, wenn du hörst, ты можешь получить. Kannst du bekommen. Amen. Каждый, кто приходил к Иисусу, jeder, der zu Jesus kam, за исцелением, wegen der Heilung. Он слушал сначала, что говорил Иисус. Er hörte erst, was Jesus sprach. Потом ему нужно было правильно отреагировать. Danach musste er richtig reagieren. Принять. Es annehmen. И получить исцеление. Und die Heilung erhalten. Книжники и фарисеи. Die Gelehrten und die Pharisäer damals. Они не приходили к Иисусу. Sie kamen nicht damals zu Jesus, чтобы получить исцеление. Um die Heilung zu bekommen. Они не слушали его. Sie haben ihn nicht angehört. Они его слышали. Sie haben ihn gehört. Но не слышали. Aber nicht angehört. И такое тоже может быть. Und sowas kann auch. Что можешь слышать, auch, dass du hörst, но не принимать. Aber es nicht annimmst. Но каждый, кто приходил к Иисусу, aber der zu Jesus kam, кто слышал и принимал, der hörte und annahm, и принимал и правильно реагировал, es annahm und richtig reagierte, получал исцеление, hat die Heilung erhalten. И молва о нем так распространилась, und die Menge um ihn herum hat sich so vermehrt, что люди все больше и больше, великое множество народа стекалось к нему. Es steht geschrieben, dass eine große Menschenmenge zu ihm kam. И смотрите, не наоборот. Nicht andersrum. Ты меня исцели, а я потом послушаю, что ты говоришь. Es war nicht andersrum, du heilst mich erst und dann höre ich, was du sagst. Они приходили, чтобы услышать от Иисуса. Sie kamen, um von Jesus zu hören. Помните, что сказал Петр? Wisst ihr noch, was Petrus sagte? У тебя глаголы жизни. Du hast das ewige Leben. Когда Иисус говорил, als Jesus sprach, люди слышали, что Он учит, как власть имеющий. Haben sie verstanden, dass er in Macht gesprochen hat. И почему они приходили сначала слушать, а потом врачеваться? Aber wieso sind sie erst gekommen, um zu hören und dann zu bekommen? Откуда взяли они это? Woher haben sie das bekommen? Иисус научил их этому. Jesus hat sie das gelehrt. Amen. Amen. Иисус научил, что если тебе что-то нужно, Jesus hat gelehrt, dass wenn du etwas brauchst, тебе нужно сначала услышать от Бога. Dann musst du erst von Gott hören. Если мы не получили еще и свое исцеление, wenn wir unsere Heilung noch nicht erhalten haben, суть не в том, чтобы так долго умолять Бога, чтобы добиться, чтобы Бог все-таки сделал это. Und der Sinn ist jetzt nicht, so lange zu flehen, bis Gott es dir gibt,
Не в этом смысл. Nein, das ist nicht der Sinn. Смысл в том, чтобы услышать Слово Божье. Der Sinn ist es, das Wort Gottes zu hören. И слушать так долго, чтобы вера взросла в тебе. Und es so lange zu hören, bis der Glaube in dir wächst. И чтобы верой принять все то, что Бог уже сделал. Und dass du in diesem Glauben das annehmen kannst, was Jesus schon vollbracht hat. Написано: ранами его мы исцелились. Es steht geschrieben: durch seine Wunden sind wir geheilt. Можно спросить, когда это произошло? Man kann jetzt fragen, wann ist das passiert? Когда произошло? Wann ist das passiert? Тогда, когда ты принял Иисуса Христа как личного спасителя. In dem Moment, als du Jesus Amen. Christus als deinen Retter в angenommen момент, hast. In dem Moment ты стал Детем Божьим. Bist du ein Kind Gottes geworden. И в этот момент, und in diesem Moment, именно в этот момент, genau in diesem ты принял Moment, все то, что Иисус сделал на Голгофе. Hast du all das angenommen, Amen. Was Christus am Kreuz ertragen hat. Поэтому не надо умолять Бога, исцели меня. Deswegen musst du Gott nicht anflehen, heile mich bitte. Потому что Бог уже все со своей стороны сделал. Weil Gott in seiner Hinsicht alles schon dafür getan hat. Что мы ожидаем, когда мы говорим, Бог, исцели меня? Was erwarten wir denn, wenn wir flehen, Gott, bitte heile mich? Нужно Иисусу снова спуститься с небес, снова пойти на крест и снова взять все свои все болезни, чтобы ты получил исцеление? Soll Christus etwa vom Himmel hinabsteigen, erneut aufs Kreuz gehen, um dich jetzt nochmal zu heilen? Давайте представим такую ситуацию. Lasst uns die Situation jetzt пришла vorstellen. Одна сестра, женщина в церковь. Пришла женщина в церковь. Es kam eine Frau in die Gemeinde. Мы рассказали ей Евангелие. Wir haben ihr das Evangelium erzählt. Мы спросили, веришь ли то, что Иисус умер на тебя на Голгофе? Wir fragten sie, glaubst du daran, dass Christus für dich gestorben ist? Она говорит, да. Sie sagte, ja. Потом мы молимся, она принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Wir beten zusammen und sie nimmt Christus als ihren Retter an. И потом я могу спросить ее, ты спасена? Und dann kann ich sie fragen, bist du errettet? Она говорит, я не знаю. Und sie wird darauf antworten, ich weiß es nicht. Я не знаю. Ich weiß es nicht. И потом мы снова говорим, но ты же веришь в то, что Иисус пришел на землю. Und wir sagen ihr, aber du glaubst doch daran, dass Christus auf diese Welt gekommen ist. Ты же веришь, что Он умер вместо тебя. Du glaubst doch daran, dass er an deiner Stelle gestorben ist. Ты снова молишься с ней молитвой покаяния. Und du betest erneut für die Errettung für sie. И потом спрашиваешь. Und dann fragst du sie. Веришь ли ты, что ты спасена? Glaubst du daran, dass du errettet bist? Не знаю. Und sie sagt erneut, ich weiß es nicht. Нужно ли Иисусу снова приходить и умирать на кресте, чтобы она могла принять это? Muss also Christus erneut kommen und sterben, damit sie das annehmen kann? Нет. Nein. Ранами Иисуса Христа. Мы исцелились. Durch die Wunden Jesu Christi sind wir geheilt. Веришь ли ты, что ты исцелен? Glaubst du daran, dass du gerettet bist? Если ты говоришь, ну не знаю, я все еще чувствую. Und wenn, glaubst du daran, dass Бог du geheilt исцели bist? Меня. Obwohl du noch manchmal Schmerzen hast, Gott heile mich. Бог исцели меня. Gott heile mich. Что в этот момент мы ожидаем? Was erwarten wir in dem Moment? Что Бог снова пошлет своего сына? Dass Gott erneut seinen Sohn sandt? Und er erneut aufs Kreuz geht? Нет. Nein. Нам нужно принять верой то, что Иисус уже сделал. Wir müssen Amen. Mit Glauben annehmen all das, was Christus schon getan hat. Итак, смотрите, в 15 стихе. Und so schaut im 15. Vers. Они приходили к нему слушать и врачеваться от него. Sie kamen, um ihn zu hören und durch ihn die Krankheiten geheilt zu werden. Их слышание. Их слышание, von ihrem Hören, их слышание von ihrem Hören, предшествовало их исцелению. Kam ihre Heilung. Перед тем, как они получили исцеление, им нужно было услышать. Bevor sie die Heilung angenommen haben, mussten sie erst hören. Amen. Итак, их слышание. Durch ihre Hören. Durchs okay. Hören. Das ist richtig. Знаете, многие из нас думают, я приду в церковь, на меня возложат руки и помолятся, и я получу исцеление. Ich komme in die Gemeinde, für mich wird gebetet und danach werde ich die Heilung erhalten. Но это не по Слову Божьему. Aber das ist nicht nach dem Wort Gottes. Знаете, что в этот момент происходит? Wisst ihr, was in diesem Moment passiert? Когда у меня что-то болит. Wenn mir etwas wehtut. Когда я прихожу и говорю, Кристина, помолись за меня. Wenn ich sage, Christina, bete für mich. Кристина, конечно, она же верующая, она так делает. Кристина ist doch gläubig, sie wird das tun. Знаете, что в этот момент происходит? Wisst ihr, was in dem Moment passiert? Я не хочу активировать свою веру. Ich möchte nicht meinen Eigenglauben aktivieren. Я прихожу и говорю, ты же веришь, что Иисус умер на Голгофе? Помолись за меня. Ich komme und sage, du glaubst doch, dass Christus am Kreuz gestorben ist, bete für mich.
И что происходит? Вера Кристины молится за меня. Und Amen. Was passiert? Der Glaube von Christina betet für mich. И в этот момент я могу видеть, на самом деле она верит или нет. Если я получила исцеление, значит она верит. Und in dem Moment kann ich sehen, glaubt sie wirklich, weil sonst habe ich ja keine Heilung erhalten. Знаете, если я вас прошу, вы сейчас проанализируете, увидите одну вещь. Und wenn ich euch jetzt frage, wird ihr einiges analysieren und manches auch sehen. У вас было также в вашей жизни, когда вы приходили в церковь, за вас молились. Ihr hattet sowas selbst. Ihr seid in die Gemeinde gekommen, für euch hat man gebetet. Вы получали исцеление. Ihr habt Heilung erhalten. И через короткое время оно снова возвращалось. Und nach kurzer Zeit kam die Krankheit zurück. Почему? Warum? Потому что праведный своей верой жить будет. Weil der Gerechte nach seinem Glauben leben wird. Божий способ исцеления. Das Wirken von der Если ты Gottes, хочешь получить исцеление, wenn du Heilung bekommen möchtest, тебе нужно сначала слышать Слово Божье об исцелении. Musst du erst das Wort Gottes über Heilung Потому hören. Что от слышания приходит вера. Denn vom Hören kommt der Glaube. Это очень-очень важно. Das ist wichtig. И мы зачастую не хотим делать не хотим проходить этот путь. Und um ehrlich zu sein, wollen wir diesen Prozess nicht durchgehen. Es ist einfacher, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, bete für mich. Eins möchte ich euch hier aber sagen. Попозже скажу. Später. Бог желает, Gott wünscht sich, чтобы каждый из нас прошел этот путь. Dass jeder von uns diesen Weg geht. Слышание, исцеление. Hören, Heilung. Если ваше исцеление еще задерживается, wenn deine Heilung sich noch im Prozess befindet, ускорьте свое слышание. Dann увеличьте свое слышание. Verschnellert euer Hören. Увеличьте свое слышание. Vermehrt euer Hören. Amen. Amen. Ваше исцеление eure Heilung напрямую связано с вашим слышанием. Ist mit dem verbunden, was ihr hört. То есть, чем больше вы слышите, also, wenn ihr mehr hört, тем больше сила исцеления действует в вас. Desto mehr wird das Wirken der Heilung чем меньше euch heilen, вы слышите, desto weniger ihr hört, тем меньше это происходит. Desto weniger passiert Amen. Es in eurem Leben. Чем больше вы слушаете, desto mehr ihr hört, тем больше будет течь сила исцеления. Desto mehr wird es auch wirken. Чем больше вы слышите о процветании, desto mehr ihr über Aufblühung hört, тем больше оно будет приходить в вашу жизнь. Desto mehr kommt es in euer Leben. Чем больше все, что, в чем ты нуждаешься, all dessen, was du in deinem Leben benötigst, все, что тебе нужно пройти по этому пути, ist alles auf diesem Weg. И чем больше ты будешь слышать Слово Божье, und desto mehr du das Wort Gottes hören тем wirst, ближе ты будешь приходить к своей цели. Desto näher und schneller kommst du zu dem Amen. Ziel. Люди слышали о том, что Иисус исцеляет. Die Menschen haben gehört, dass Jesus heilt. И они просто мчались к Нему, бежали. Und sie rannten, sie drängten sich zu ihm. И знаете, если в школе und wisst ihr, wenn in der Schule, учеников надо научить читать, wenn man die Schüler lehren soll zu lesen, то не приглашают учителя математики. Приглашают учителя немецкого. Ach so, dann kommt kein Mathelehrer, sondern dann kommt ein Deutschlehrer. Да, если ты хочешь научиться читать, то тебе не нужно учиться решать. Wenn du lesen lernen möchtest, dann brauchst du keinen Mathematiklehrer. Для того, чтобы принять исцеление, um Heilung zu bekommen, тебе нужно слышать слово об исцелении. Dann musst du das Wort der Heilung hören. Если ты слышишь, что исцеление все прошло, это все в прошлом. Wenn du hörst, dass die Heilung ja schon Vergangenheit ist, это не принесет тебе исцеление. Dann wird dir das auch keine Heilung bringen. Если ты слышишь, что дары Духа Святого уже не работают, это все в прошлом. Wenn du hörst, dass die Gaben des Heiligen Geistes ты никогда Vergangenheit не научишься sind, ими пользоваться. Dann wirst du niemals lernen, sie zu bekommen. Если ты хочешь получить исцеление, тебе нужно слышать, что Бог исцеляет. Wenn du Heilung haben möchtest, dann musst du das hören, dass Gott die Menschen geheilt hat. Тебе нужно услышать слышать Слово Божье об исцелении. Du musst dann das Wort hören, das Gott Amen. Heilt. Бог наш Целитель. Наш Бог Целитель. Heiler. Gott ist unser Heiler. Amen.
Знаете, для того, чтобы исцеление прекратилось, wisst ihr, damit die Heilung aufhört? Потому что есть очень много людей, которые говорят, это было в прошлом, это теперь не работает. Denn viele Menschen sagen, das war alles Vergangenheit, das ist для того, nicht mehr чтобы real. На самом деле прекратилось исцеление, damit die Heilung wirklich aufhört, Богу нужно поменять свое имя. Dann muss Gott seinen Namen verändern. Его имя Иегова Рафа. Sein Name ist Иегова Рафа. Иегова Рафа. Что значит Господь целитель твой? Das bedeutet Господь целитель твой. Der Herr ist dein Heiler. Der Herr ist dein Heiler. Das bedeutet Amen. Das. Иегова Рафа переводится Господь целитель твой. Иегова Рафа bedeutet der Herr ist dein Heiler. И поскольку имя Божье не меняется, und solange der Name des Herrn sich nicht verändert, не меняется и то, что было раскрыто через это имя, dann wird sich auch nicht das verändern, was sein Name bedeutet. Amen. А через это имя было открыто, что он есть наш целитель. Und sein Name bedeutet, er ist unser Heiler. Amen. Важно, чтобы мы слышали об этом. Es ist wichtig, чтобы dass wir напоминали das hören, тебе об этом. Dass wir uns einander daran erinnern. Наша помощь. Unsere Hilfe в нашем слышании. Ist in unserem Hören. Наше исцеление unsere Heilung в нашем слышании. Ist in unserem Hören. Все необходимые перемены в твоей жизни. Alle wichtigen Veränderungen in deinem Leben в твоем слышании. Sind in deinem Hören. То, как ты слышишь, so wie du hörst, то, сколько ты слышишь, wie viel du hörst, определяет то, как ты это получишь. Zeigen das, was in deinem Leben passiert. Знаете, это очень важно. Wisst ihr, es ist sehr wichtig, что именно ты слышишь это. Dass genau du das hörst. Знаете, если мой муж слышит об исцелении, wisst ihr, wenn mein Mann über Heilung etwas hört, это не значит, что я его получу. Das bedeutet nicht, dass ich es bekomme. Вы здесь? Versteht ihr? Amen. Если Кристина слушает о процветании, wenn Christina etwas über Aufblühung hört, это не значит, что я это получу. Das bedeutet nicht, dass ich es bekomme. Если я чего-то хочу получить от Господа, wenn ich etwas von Gott bekommen möchte, значит, мне нужно услышать, dann мне muss лично. Ich selbst das Amen. И знаете, даже не суть в том, чтобы услышать это физическими ушами. Und der Sinn ist nicht mal, dass man das mit seinen physischen Ohren hört. И Библия говорит, наблюдайте за тем, как вы слушаете. Denn die Bibel sagt, achte darauf, wie du hörst. Ты можешь, когда я проповедую, ты можешь услышать это своими физическими ушами. Denn wenn ich predige, kannst du das zwar mit deinen physischen Ohren hören. И это слово, проходя через твой слух, und dieses Wort kann durch deine Ohren hinein, должно достигнуть твоих ушей, твоего духа и твоего сердца. Muss nämlich deine geistlichen Ohren erreichen. Потому что если ты слышишь только физическими ушами, denn wenn du nur mit deinen physischen Ohren hörst, оно не будет работать в твоей жизни. Dann hat es keine Wirkung. Ты послушал, и знаете, в русских есть такая поговорка: сюда зашло, отсюда вышло. Wisst ihr, es gibt so ein Sprichwort hier hinein und da wieder raus. Если ты хочешь, чтобы перемены пришли в твоей жизни, wenn du möchtest, dass endlich Veränderungen in dein Leben kommen, исцеление в своей жизни, wenn du Heilung in dein Leben haben möchtest, тебе нужно услышать, чтобы уши твоего сердца слышали Слово Божье. Dann müssen die Ohren deines Geistes das Wort der Heilung hören. Смотрите, 15 стихе. Schaut noch mal den 15. Vers. Они приходили к нему слушать и врачеваться. Und sie kamen zu ihm, um zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. И в одном стихе und in einem Vers мы видим роль человека и роль Бога. Sehen wir die Rolle des Menschen und die Rolle von Gott. Смотрите, schaut, это их ответственность. Das ist ihre Verantwortung. Прийти туда и слушать. Dorthin zu kommen und zu hören. А это ответственность Бога, то, когда они услышали, их исцелить. Und die Verantwortung von Gott liegt jetzt, wenn sie hören, auch zu geben. Послушайте, дорогие мои, schaut, Бог не может слушать вместо тебя. Gott kann nicht an deiner Stelle hören. Он все знает. Er weiß doch alles. Для того, чтобы что-то произошло внутри тебя, ты должен слушать. Damit etwas in dir drinne passiert, musst du hören. Твоя роль. Deine Rolle. Не исцеляться. Nicht, не исцеляться. Nicht dich selbst zu heilen. Твоя роль, все, что тебе нужно делать, слушать.
Du musst Amen. Nur hören. Мы пытаемся зачастую Богу навязать свою роль и вместо Бога делать свое. Und делать wir, Божье. Wir wollen immer die Rollen tauschen. Wir wollen uns selbst heilen und Gott soll uns aber zuhören. Но у каждого из нас есть своя, то, что мы должны делать. Aber jeder von uns hat seine Verantwortung zu tragen. В твоей ответственности. Deine Verantwortung. Наблюдать за тем, как ты слушаешь. Ist zu beachten, Amen. Wie du hörst. А уже Бог, когда Он увидит, что ты наполнился Словом Божьим, und Gottes Verantwortung ist es, wenn du voll mit seinem Wort erfüllt bist, Он будет следить за тем, чтобы на твое слышание пришло исцеление. Er wird darauf achten, dass nach deinem Hören auch die Heilung kommt. Поэтому должен каждый делать свое дело. Jeder Amen. Muss seine Sache erledigen. Это Божья часть, а есть наша часть. Jeder hat seine eigene Rolle hier zu spielen. Знаете, люди, мы иногда хотим услышать какое-то одно откровение или одно предложение. Wisst ihr, jeder von uns möchte bestimmte Offenbarungen hören. Одно also что-то. Eine Offenbarung и hören. Получить полное исцеление. Und durch diese eine Offenbarung die vollkommene Heilung zu erhalten. Невозможно. Unmöglich. Нужно иметь полноту. Man muss die Vollkommenheit haben. Мы хотим иметь частичное откровение, но иметь полное исцеление. Wir wollen eine Sache hören, aber alles bekommen. Но так не работает. Если мы хотим полное исцеление, wenn wir die vollkommene Heilung wollen, тогда нам нужно наполниться слышанием Божьего Слова. Dann müssen wir uns auch vollkommen Gott hingeben. Amen. Вопрос. Frage. Почему Бог ждет, пока ты наполнишься слышанием? Wieso erwartet Gott von dir, dass du hörst? Почему Бог так долго ждет, что ты наполнишься слышанием? Warum wartet Gott so lange, bis du es hörst? Amen. Потому что тогда, когда ты наполнен слышанием, denn dann, wenn du voll mit dem Hören ты bist, уверен, bist du befestigt, ты знаешь, du weißt, ты пропитан, du bist wie ein Schwamm aufgesaugt. Никакие обстоятельства, und никакой бес, kein Dämon, никакие обстоятельства, keine Situationen, никакие симптомы keine Symptome, не могут столкнуть тебя со Словом Божьим. Können dich jetzt von dem Wort Gottes wegstoßen. Понимаете, когда вы пришли в церковь, за вас помолились, и вы получили исцеление, versteht ihr, wenn ihr in die Gemeinde kommt, für euch gebetet wurde und ihr die Heilung erhalten habt, das ist gut. Но приходит что-то, какие-то симптомы. Aber es kommen wieder Symptome. И у тебя нет веры стоять на том, что ты получил. Und du hast nicht den Glauben, um darauf festzubleiben. Ты не можешь сохранить и защитить то, что Бог дал тебе. Du kannst das nicht festhalten, was Потому Gott dir что gegeben праведный hat. Своею верою жив будет. Denn der Gerechte Amen. Wird nur mit seinem Glauben leben Бог, können. Бог ради нашего блага. Gott wegen unser, wegen Он ждет, чтобы мы были полны слова исцеления, чтобы потом исцеление пришло в нашу жизнь. Gott wartet wegen uns, dass uns nach unserem vollkommenen Hören heilen kann. Это наша безопасность. Das ist unsere Sicherheit. Это наша безопасность. Das ist hier unsere Sicherheit. Можно я еще что-то больше скажу? Kann ich noch was sagen? Придет время. Es kommt die Zeit. Придет скоро время. Es kommt sehr schnell die Zeit. И Бог, если ты ускоришь свое слышание und wenn du dein Hören verschnellerst и наполнишься Словом Божьим und dich mit dem Wort Gottes erfüllst, тогда это откровение dann wird diese Offenbarung спасет не только тебя и твою семью. Dann wird es nicht nur dich und deine Familie erretten. Это откровение будет спасать все вокруг тебя. Wird diese Heilung oder diese Errettung alles um dich herum retten. Наш Бог, Он смотрит намного дальше. Wisst ihr, unser Gott, er schaut viel weiter. Мы иногда хотим получить какое-то откровение, чтобы получить себе исцеление, своей семье. Wir schauen oft manche Offenbarungen nur, damit wir oder unsere Familie das bekommen. Это правильно. Es ist auch richtig. Но это только начало. Aber das ist nur der Anfang. Бог желает, чтобы мы настолько были утверждены в слове исцеления, чтобы мы могли пронести это слово дальше.
Gott möchte, dass wir damit so befestigt sind, damit wir das auch weitergeben können. Чтобы каждый из нас был способен и наполненным молиться на улице за исцеление людей. Damit jeder von uns erfüllt ist und befestigt ist, damit er rausgehen kann und für andere Menschen beten kann. Придет скоро это время. Es wird bald die Zeit kommen. Скоро придет это время. Bald wird diese Zeit kommen. Сейчас я проповедую и говорю вам, и вы, вам нужно услышать. Jetzt ist mein Teil, euch das zu predigen, euch, und ihr werdet es hören. Und ihr werdet es und ihr werdet aufgesaugt und eure Heilung wird kommen. Und es wird die Zeit kommen. Und wenn ihr euch nicht aufhört, weiter zu hören, dann werdet ihr die sein, die Gott dazu nimmt, um andere heilen zu können. Amen. Amen. Если ты имеешь полное откровение об исцелении. Wenn du die vollkommene Offenbarung der Heilung hast. Знаете, симптомы болезни. Wisst ihr die Symptome einer Krankheit? Они очень настойчивые. Die sind wirklich hartnäckig. Hartnäckig. Очень настойчивые. Wirklich sehr вредные, hartnäckig. Наглые. Sehr frech und наглые. Frech. Дьявол знает, что исцеление принадлежит нам. Der Teufel weiß, dass die Heilung uns gehört. Оно мое. Es ist оно мое, это то, что Бог дал мне. Die Heilung, то, за что заплачено. Dafür wurde schon bezahlt von Gott. И дьявол знает, und der Teufel weiß что Bescheid. Если звук пройдет через твое физическое ухо, dass, wenn du das hörst und es durch dein physisches Ohr hineingeht, и дойдет до ушей твоего сердца, und in die Ohren deines Herzens kommt, и ты услышишь откровение, und du auch diese Offenbarung gehört hast, наполнишь то, und то он не сможет столкнуть тебя больше. Dann hat der Teufel nicht die Möglichkeit, dich davon он wegzustoßen. Он не сможет больше своровать у тебя твое исцеление. Er kann deine Heilung nicht mehr klauen. Поэтому дьявол делает все. Deswegen tut der Teufel all das. Пока ты даже сидишь здесь. Auch wenn du jetzt gerade hier он подходит sitzt, и отвлекает тебя. Er kommt und lenkt dich он напоминает какие-то тебе мысли. Er gibt dir irgendwelche он Gedanken. Усыпляет тебя. Er macht dich müde. Он говорит, подумай, что у тебя там под ногтями. А где у тебя, на какой плите? Schau mal unter deine Nägel. А что ты завтра будешь делать? Und was wirst du morgen machen? А что ты после служения будешь und варить? Was, wirst du gleich nach и dem пока Gottesdienst Бог machen? Сеятель, сеет свое слово, und jetzt, wo Gott gerade seinen Samen sieht, дьявол старается сделать все, чтобы украсть это слово. Versucht der Teufel all das, um das Wort gerade zu klauen. Мы хотим иногда быть частично уверенными. Wir wollen manchmal einfach wirklich, частично уверенно. Wahrhaftig befestigt sein. Teilweise. Teilweise befestigt sein. Но иметь полное исцеление. Aber die vollkommene Heilung zu haben. Но так оно не работает. Aber so funktioniert es nicht. Чтобы иметь полное исцеление. Um vollkommene Heilung zu тебе haben. Тебе нужно иметь полное откровение и быть наполненным. Musst du vollkommen gefüllt sein und vollkommen gehört haben. Amen. Если твое исцеление wenn deine Heilung еще не легко приходит к тебе, noch nicht leicht zu dir kommt, значит, тебе нужно оставаться, и оставаться в слышании. Dann musst du im Hören bleiben. Дорогие, кто из вас слышал о таком служителе Кеннет Хейген? Hat jemand schon mal von Kenneth Hagin gehört? Я расскажу свидетельство о его жене. Ich erzähle jetzt ein Zeugnis über seine Frau. Джесс Хейген. Jess Hagin. Но для тех, кто не знает Кеннета Хейгена, я расскажу, кто это. Aber für den, der nicht weiß, wer das ist, erzähle ich jetzt kurz was. Это один из генералов Божьих, Божьей веры. Einer der Generalen von Gottes Glauben. Это один из тех, кто поверил Богу до конца. Das ist einer von denen, die Gott vollkommen geglaubt hat, долгое время lange gedient hat, является основателем многих церквей. Einer, der viele Gemeinden gegründet hat. Если вы знаете Кеннета Копленда, wenn ihr Kenneth Copeland kennt, то Кеннет Копленд учился у Кеннета Хейгена. Kenneth Copeland hat von Kenneth Hagin gelernt. Итак, я расскажу свидетельство о его жене. Und jetzt das Zeugnis seiner Frau. Ее звали Джесс Хейген. Sie hieß Jess Hagin. Ей было около 70 лет. 70. Sie war 70 Jahre alt. И когда она пришла к врачу, врач сказал, что у нее неизлечимая болезнь сердца. Als sie zum Arzt gekommen ist, hat der Arzt zu ihr gesagt, sie hat eine unheilbare Krankheit am Herz. И долгие годы муж ее уже служил словом, исцелял,
двигался в Слове Божьем. Und viele Jahre hat ihr Mann gedient und auch Heilungen. И она очень много за многие годы служения она уже много слышала и знала. Sie hat schon viel über diese Jahre auch gehört und gelernt. Она бы могла расслабиться и сказать: "Ну я уже и так много знаю. Я исцелена, все." Sie hätte sagen können, sich entspannen können und sagen können, ich habe ja schon viel gelernt und schon viel gehört. Знаете, что она сделала? Wisst ihr, was sie aber getan hat? Женщине 70 лет. Eine Frau mit 70 Jahren. Она всю жизнь прослужила вместе с Кеннетом Хейгеном. Hat ihr ganzes Leben mit ihrem Mann verbracht. Знаете, что она сделала? Wisst ihr, was sie gemacht hat? Она взяла кассету об исцелении. Sie hat eine Kassette über Heilung genommen. И на этой кассете были все места Писания об исцелении. Und auf dieser Kassette waren alle Bibelverse über Heilung aufgelistet. Это была кассета с голосом ее мужа. Und diese Kassette war mit der Stimme ihres Mannes. И она слушала ее утром. Und sie hörte sie morgens. В обед. Mittags. Вечером. Abends. Она включала ее на ночь. Und sie hörte она sie auch слушала, sie hörte она sie. Слушала sie hörte. И слушала. В любой момент, когда у нее было время, она садилась и слушала. Она включала себе, что-то делала и слушала. In jeder freien Minute, in der sie hatte, hörte sie diese Kassette. Примерно год спустя. Und ein Jahr verging. Примерно год спустя. Ein Jahr verging. Они вместе с мужем смотрели телевизор. Sie schaut mit ihrem Mann Fernsehen. И Бог открыл ее глаза. Und Gott öffnete ihre Augen. Она увидела, что в комнату зашел ангел. Sie sah, wie ins Zimmer ein Engel kam. И у него было что-то в руках. Und er hatte etwas in den Händen. Ангел подошел к ней очень близко. Und der Engel kam sehr nah zu ihr. Просунул в руку в ее грудь, грудную клетку. Und hat die Hand durch ihre in ihr Herz reingemacht. Что-то там поделал. Hat dort etwas gemacht. И что-то оттуда вытащил и положил на стол. Hat dort auch was rausgenommen und das auf den Tisch gelegt. И она поняла. Und in dem Moment hat sie verstanden, что ангел пришел с новым сердцем, dass der Engel mit einem neuen Herz kam, вложил туда, сделал операцию, es dort hineingelegt hat, eine Operation и вытащил старое сердце. Und das alte Herz hinausgenommen hat. И она даже не сразу сказала это мужу. Und sie hat das nicht sofort ihrem Mann gesagt. Она поняла, что пришло ее исцеление. Sie hat verstanden, ihre Heilung ist gekommen. Через два или три дня, когда они пошли к врачу, nach zwei, drei Tagen, als sie zum Arzt gegangen sind, врач сделал рентген, hat der Arzt ein Röntgenbild gemacht. И он говорит, я не понимаю. Und er sagte, ich verstehe nicht. Это абсолютно другое сердце. Das ist ein ganz anderes Herz. Он положил снимок, который был раньше и который сделал сейчас. Er stellte das alte und das neue Bild gegenüber. Он говорит, я не понимаю. Und sagte, ich verstehe это nicht. Это абсолютно два разных сердца. Das sind zwei verschiedene Herzen. И тогда они рассказали, что они верующие, und что dann, был ангел, поменял сердца. Und dann erzählte sie, dass sie gläubig ist und ein Engel kam. И врач сказал, это единственный случай. Und der Arzt sagte, das ist das erste Mal. Когда я верю, что это произошло настоящее чудо. Dass es wirklich passiert ist. Что это настоящее чудо. Dass es ein Wunder потому что ist. Это два разных сердца. Weil er gesehen hat, dass es zwei verschiedene Herzen sind. Кто ее исцелил? Wer hat sie geheilt? Иисус. Jesus. Ангелы это просто служебные духи. Engel sind einfach nur Diener, которых Бог посылает, чтобы что-то сделать. Die Gott schickt, damit sie etwas tun. Прежде чем она получила свое исцеление, bevor sie diese Heilung aber bekommen hat, она наполнилась слышанием. Hat sie sich mit dem Hören erfüllt. Она наполнилась слышанием. Sie hat sich mit dem Hören она erfüllt. Не переставала слышать до тех пор, пока исцеление не взросло в ней. Sie hat nicht aufgehört zu hören, bis es passiert знаете, ist. Можно было бы сказать, wisst ihr, man kann jetzt sagen, послушай, тебе уже 70 лет. Hör mal zu, du bist 70 ну, наверное, уже пришло идти на небо. Es ist bestimmt deine Zeit schon zu sterben. Нет. Nein. Она каждый день слушала Слово Божье. Sie hat jeden Tag das Wort Gottes gehört. Не надо терпеть никакие болезни. Du musst keine Krankheiten не надо aushalten. Терпеть никакие симптомы, только потому, что ты можешь их потерпеть. Du musst keine Symptome aushalten, nur weil du es kannst. Иисус Jesus заплатил на Голгофе. Hat an Golgatha он взял на себя все немощи и болезни, all diese Krankheiten auf sich genommen, чтобы тебе не терпеть. Damit du das nicht aushalten musst. Наполнись слышанием Слова Божьего. Erfülle dich mit dem Wort Gottes.
И когда ты наполнишься, und wenn du erfüllt bist, придет твое полное исцеление, которое тебе и так уже принадлежит. Wird die Heilung kommen, die Amen. Du jetzt schon hast, also die du jetzt schon auch verdient hast. Дорогие, вам не отказано в исцелении. Вам не отказано в исцелении. Wisst ihr, meine Lieben, euch ist die Heilung nicht gegeben. Nicht abgesagt. Nicht abgesagt. Но Бог ждет, чтобы вы наполнились и утвердились в откровении о исцелении. Aber Gott wartet, bis ihr erfüllt seid. Чтобы вы могли противостать, когда симптомы заново захотят вернуться. Damit ihr standhaft bleibt, wenn die Symptome zurückkommen. Знаете, если симптомы постоянно напоминают о себе, wenn die Symptome immer wieder sich приходят an, и говорят, an die Krankheit erinnern. Я здесь, а я здесь. Die Symptome immer wieder sagen, hallo, ich bin hier. Никуда не ушел. Ich bin nicht weg. Это не значит, что они правильные. Das heißt nicht, dass es so, dass die Krankheit noch da ist. Если симптомы приходят и мучают тебя, это не значит, что они имеют право на это. Wenn die Symptome kommen und dich quälen, bedeutet das nicht, dass sie Если симптомы приходят и мучают тебя, это не значит, что они являются истиной. Wenn die Symptome kommen und dich quälen, bedeutet das nicht, dass es real ist. Это не значит, что они являются истиной. Das bedeutet nicht, dass es die Wahrheit ist. Истина говорит о том, что ранами Иисуса мы исцелились. Die Wahrheit bedeutet, dass wir durch die Wunden Christus geheilt sind. А симптомы – это наглые воры от дьявола. Denn die Symptome sind nur die frechen Diebe von dem Teufel. Бог желает, чтобы мы укоренились в Слове Божьем. Gott möchte, dass wir in dem Wort Gottes befestigt sind. Написано Ефесянам 6:10. In Epheser 6:10 geschrieben. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Befestigt euch in Gott und in seiner allmächtigen Kraft. Что значит укрепляться Господом? Was bedeutet sich in Gott zu befestigen? Иисус говорит, если пребудете в Слове Моем, то я в вас пребуду. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Amen. Wort seid, dann werde ich auch in euch Что sein. Значит укрепляться Господом? Was bedeutet es, sich in Это Gott значит zu befestigen? Не переставать слышать истину. Das bedeutet nicht aufzuhören, die Wahrheit zu hören. Слышать и слышать – это твоя роль, это то, что тебе нужно делать. Zu hören, das ist deine Verantwortung, die du tragen musst. Что значит укрепляться могуществом силы Его? Was bedeutet sich in seiner Macht zu stärken? Это значит наполняться Духом Святым. Das bedeutet, sich mit dem Heiligen Geist zu befüllen. Дорогие, если ты полон Слова Божьего, meine Lieben, wenn du das полон, so, наполнен Словом du Божьим, erfüllt bist mit dem Wort Gottes, и наполнен Духом Святым, und erfüllt mit dem Heiligen Geist никто не может тебя столкнуть, обворовать или еще что-то сделать. Kann keiner dich wegstoßen oder dir etwas wegnehmen. Amen. Наше дело. Наше дело не исцеляться. Unsere Verantwortung ist nicht, uns selbst Наше zu heilen. Дело слышать Слово Божье. Wir sollten das Wort Gottes hören. Amen. Наше дело слышать. Слышать и слышать и слушать и слышать. Hören und hören und hören und hören. Amen. Когда ты сделаешь то, что тебе положено, wenn du das tust, was du tun musst, тогда Бог сделает свою часть. Dann Amen. Kommt der Teil von Gott. Твое слышание Dein hören отмеряет степень твоего исцеления. Ist der nächste Schritt zu deiner Heilung. Твое слышание Dein hören отмеряет misst. Also misst. Степень твоего исцеления. Die Weite deiner Heilung. Amen. То есть, столько, сколько ты слышишь, also so viel, wie du auch hörst, столько будет исцеления. So viel wird die Heilung auch sein. Чем больше ты слушаешь, desto mehr du hörst, тем больше силы исцеления будет течь. Desto mehr wird die Macht der Heilung fließen. Когда врачи говорят, мы не можем ничего с этим поделать, wenn die Ärzte sagen, wir können nichts mehr machen, мы ничего с этим не можем поделать, все. Wir können damit nichts mehr machen. Это слишком далеко зашло. Es ist zu weit gegangen. Врачи правы. Die Ärzte haben для recht. Них это слишком много. Für sie ist das zu viel. Но для Бога нет ничего невозможного. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Знаете, когда я еще была в Киргизии, я слышала свидетельство. Wisst ihr, als ich noch in Kirgisistan gelebt habe, habe ich ein Zeugnis gehört, что был кто-то на небесах,
Es war jemand im Himmel. И что на небесах лежат горы невостребованных органов. Dass im Himmel ein Berg ist mit unbenutzten Organen. Невостребованных. Nicht gebrauchten. Что ты их не спросила. Ach so, Organe, die du, um die nicht gebeten worden sind. Точно так же, как ангел принес это новое сердце для Джесс Хейден. Genauso wie der Engel das neue Herz gebracht hat. Там лежит твое новое колено. Da liegt auch im твои новые dein сосуды. Knie. Все твое новое, все, что тебе нужно, лежит там. All das, was du тебе benötigst, нужно liegt увеличить auf diesem свое слышание. Du musst dein Hören nur erweitern. Тебе нужно востребовать то, за что Иисус уже заплатил. Du musst das, um das bitten, was du von Jesus schon bekommen hast. Amen. Когда эти говорят, все, мы больше ничего не можем. Wenn die Ärzte sagen, wir können jetzt nichts mehr machen. Они правы. Sie haben recht. Их возможности очень ограничены. Ihre Möglichkeiten sind sehr gering. Но для нашего Бога нет ничего невозможного. Aber unser Gott, Amen. Für ihn ist nichts unmöglich. И для того, чтобы ты с верой мог взять то, что тебе принадлежит, und damit du im Glauben das nehmen kannst, was dir тебе schon gehört, нужно увеличить свое слышание. Musst du dein Hören erweitern? Потому что когда ты увеличишь свое слышание, ты увеличишь свою веру. Wenn du dein Hören erweiterst, erweiterst du auch dein Glauben. И когда ты увеличишь свою веру, ты сможешь взять все то, что тебе нужно для жизни и благочестия. Und wenn du dein Glauben erweiterst, kannst du all das nehmen, was du in deinem Leben brauchst. И сейчас я говорю об исцелении. Und jetzt spreche ich Но über это касается über любой сферы твоей жизни. Aber auch das betrifft jedes Teil deines твоего Lebens. Преуспевания. Dein Erfolg. Все, что тебе нужно. Alles, was du brauchst. Все лежит в слышании Слова Божьего. Все Alles оттуда начинается. Fängt vom Hören des Wort Gottes an. Твое исцеление начинается со слышания Слова Божьего. Dein Glauben, deine Heilung fängt an mit dem Hören vom Wort Gottes. Как только ты начинаешь слышать Слово об исцелении, начинается твое исцеление. Wenn du anfängst zu hören, kommt auch die Heilung. Amen. Если вы лежите в кровати и прокручиваете то, что врач сказал, что это больше не исцелится, не восстановится и все будет очень плохо. Wenn du im Bett liegst und darüber nachdenkst, was der Arzt dir gesagt hat. И ты крутишь и крутишь и крутишь. Und es dreht sich in deinem Kopf herum. Послушайте, почему бы не послушать что-то другое? Warum hören wir denn nicht mal was anderes? Послушайте лучше, что говорит Слово Божье. Warum hören wir nicht mal das, Перестаньте was das Wort крутить Gottes dazu sagt. И слушать и снова и снова, что говорил врач. Hört auf darüber nachzudenken, was der Arzt euch gesagt hat. Ты решаешь, что ты будешь слушать. Du entscheidest doch, was Amen. Du selbst hörst. Ты решаешь, кто будет говорить в твою жизнь. Du entscheidest, wer in dein Leben spricht. Ты можешь расставить все свои уши, и дьявол тебе наплетет и наврет тебе, что вот все, конец, все, ужас, все. Du Но kannst, ты решаешь, кто будет говорить в твою жизнь. Du kannst natürlich die Lügen des Teufels glauben, aber das ты ist решаешь, doch nicht wahr. Du ты решаешь, что sagt. Ты будешь слушать, du чем ты будешь наполняться. Потому что то, чем ты наполнишься, Denn damit, womit du dich auch erfüllst, das wird dich bewegen. Если ты наполнен обидой, wenn du erfüllt mit der Bibel bist, обидой, mit Beleidigungen, то обида будет двигать тобою. Dann wird auch die Beleidigung dich Если bewegen. Ты расставил уши и наслушался о страхе, wenn du erfüllt mit Angst bist, ты будешь движим страхом. Dann wirst du mit Angst bewegt sein. Но если ты наполнишься истинной Слово Божьего, Aber wenn du erfüllt mit dem Wort Gottes bist, то истина Слова Божьего будет двигать тобою. Dann wird die Wahrheit dich bewegen. Ты решаешь, что ты слышишь, что ты будешь слушать. Du entscheidest, was du hörst und was du hören wirst. Amen. Слово Божье. Das Wort Gottes. Оно доступно каждому. Das ist für jeden erreichbar. Когда тебе говорят, что у тебя это не получится или это невозможно, Wenn jemand zu dir sagt, das ist unmöglich, ты решаешь, чьим словам поверишь ты. Du entscheidest, welchen Worten du glauben wirst. И Давид говорит, не умру я, но буду жить и возвещать дела Господня. Amen. Denn David hat gesagt, ich werde nicht sterben, sondern ich werde die Werke von Gott tun. Если вы слушаете то, что вас беспокоит, wenn ihr das hören werdet, was euch unruhig macht,
тогда это будет двигать вами. Dann wird euch das auch bewegen. Вы будете говорить об этом. Ihr werdet darüber sprechen. Вы будете думать об этом. Ihr werdet darüber вы будете nachdenken. Слушать это. Ihr werdet das hören. Вы отвечаете за то, что вы слушаете. In eurer Verantwortung liegt es doch selbst, что was ihr вы слушаете hört. И сколько вы слушаете. Wie viel ihr davon hört. Бог не будет слушать вместо вас. Gott wird nicht an eurer Stelle Он hören. Говорит, я все сделал. Er sagt, ich habe alles getan. Иисус, вися на кресте. Jesus hing am Kreuz. Что он сказал? Свершилось. Was sagte er? Es ist vollbracht. Все свершилось. Es ist alles Со стороны Божьей все, что ему нужно было сделать, чтобы спасти, исцелить, освободить, он со своей стороны все сделал. Von der Seite Gottes ist alles vollbracht worden. Amen. Что ты будешь слушать? Was Знаете, du hören? Если что-то в твоей голове, что противоречит исцелению, wenn in deinem Kopf etwas ist, was gegen die Heilung spricht, противоречит Слову Божию о исцелении, was dem Wort Gottes entgegenspricht, не важно, кто это говорил, es ist egal, wer das gesagt Бог hat. Разрешает тебе это сегодня выкинуть. Gott erlaubt es dir heute aus deinem Kopf zu Бог werfen. Разрешает тебе сегодня это выкинуть. Gott erlaubt es dir heute es rauszuwerfen. Не важно, кто это говорил. Es ist egal, wer das Если то, что говорили hat. Против исцеления, wenn die Menschen etwas gegen die Heilung gesagt haben. Если кто-то говорил против Слова Божьего, которое не соответствует Слову Божьему. Wenn jemand etwas über das Wort Gottes gesagt hat, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, выкиньте это. Dann wirf es hinaus. Потому что это будет мешать вам. Denn das wird dich stören. И наполнитесь истиной Божьей. Und erfüllt euch mit der Wahrheit Amen. Gottes. Вера – это как магнит, который притягивает в вашу жизнь то, во что вы верите. Der Glaube ist wie ein Magnet, der das hineinzieht, woran ihr glaubt. Если ты веришь, если ты наполнился слышанием, у тебя приходит вера и уверенность в исцелении. Если ты наполнился слышанием, wenn du mit dem Wort, mit dem Hören erfüllt bist, то ты наполнился верою и уверенностью. Dann hast du dich auch mit dem Glauben erfüllt. И уверенностью, Zuversicht. Und mit der Zuversicht. И тогда ты, твоя вера начинает притягивать то, во что ты веришь. Und dann wird dein Glaube das das herabziehen, was du glaubst. Если это исцеление, оно придет в свою жизнь. Wenn es Heilung ist, dann kommt es in dein Leben. Если это процветание, оно придет в свою жизнь. Es ist Aufblühung, dann kommt es in dein Leben. Знаете почему? Warum? Потому что за это уже заплачено. Weil dafür bezahlt worden это ist. Уже принадлежит тебе. Das gehört schon dir. Исцеление уже принадлежит тебе. Heilung gehört процветание schon dir. Уже принадлежит тебе. Die Aufblühung gehört schon dir. Слушайте, дорогие, если вот у меня, например, есть мой хенди. Jetzt als Beispiel, ich habe ja mein Handy. И если кто-то сейчас подойдет и захочет у меня его отобрать на улице, неважно где. Wenn jemand mir das jetzt wegnehmen möchte, draußen oder hier, ist ja egal jetzt wo. Ne? Я скажу, ну ладно, бери, что ж теперь. Ну пойду куплю новый. Ну симптомы такие, пришли, забрали у меня мое здоровье. Dann werde ich sagen, ja, okay, dann hole ich mir halt ein neues Handy, das wurde jetzt geklaut. So Жалко, halt die Symptome. Красивый был. Schade, es war ein gutes Handy. Ну, что ж теперь? Aber was soll ich machen? Вот так мы часто ведем себя со своим исцелением. Und so gehen wir meistens auch mit unserer Heilung um. Не соглашайтесь. Sei nicht damit einverstanden. Знаете, если кто-то подойдет и попытается украсть мой Handy, wisst ihr, wenn jemand kommt und mein если Handy только klauen он не möchte, подставит мне ножик или пистолет, я буду сопротивляться. Ich werde dagegen ankämpfen. Я буду сопротивляться. Ты будешь сопротивляться за свой хенди? Wirst du gegen, за деньги? Gegen deine Wertsachen ankämpfen? Еще что-то, что тебе принадлежит? Нет, просто отдашь? Давай. Нету? А, к жене пойти. Also, послушайте. Jeder von uns wird gegen seine Wertsachen ankämpfen. Если кто-то сейчас подойдет тебе на улице, без угрозы вашей жизни, und wenn jetzt jemand in der Stadt auf euch zukommt und euer, слушай, ohne, давай, dass er euer Leben angreift, тебе не нужно это, я возьму, да? Deine Tasche, ich nehme jetzt mit. Nein? Это она так себя мило ведет, потому что она в церкви сидит. А если бы на улице кто-то так подошел и сказал, тебе это больше не нужно, давай сюда. Sie ist jetzt nett, weil sie in der Gemeinde вообще ist, aber хенди, draußen, они вредные для здоровья. Зачем тебе? Давай я у тебя заберу. Aber draußen werden wir immer dagegen ankämpfen, wenn ты jemand uns das всегда klauen möchte. Защищаешь то, что тебе принадлежит. Du wirst immer dafür Amen. Kämpfen, was dir gehört. Послушайте, симптомы и болезни – это воры, которые воруют то исцеление, которое тебе уже принадлежит. Symptome und Krankheiten sind Diebe, die das klauen wollen, was dir doch schon gehört. И мы, знаете, вот мы себя так ведем. Und, ja, wir... Попробуй забери.
Ну забери, ну ладно. Не смотрите. Ну ладно, бери. Ich habe jetzt ihr Handy geklaut und sie sagt, okay, nimm's doch mit. Хорошее Handy было. Es war ein gutes Handy. Ну ладно. Может, есть на то воля Божья. Ja, okay, dann ist es nicht der Wille Gottes. Мы себя так не ведем. Wir verhalten uns so nicht. Если попробуй, забери у тебя на улице кто-то деньги, подойдет, начнет выворачивать твои карманы или еще что-то. Забирать то, что тебе принадлежит. Wenn jemand dir etwas klauen möchte, was dir gehört, wirst du immer dagegen ankämpfen. Здоровье принадлежит тебе. Und nochmal, Heilung Иисус gehört dir. За него заплатил. Christus hat dafür Но schon есть bezahlt. Вор и лжец, который приходит нагло к тебе, и который забирает у тебя то, что тебе принадлежит. И ты своей силой не сможешь противостать. Ты своей силой не сможешь удержать исцеление. Тебе нужно Слово Божье. Тебе нужно быть наполненным, чтобы противостать всем симптомам. Damit du all diesen Symptomen Чтобы каждый раз, kannst. Когда симптомы подходят и говорят, давай я вот это заберу, давай сюда вот это, дай мне красивые часики. Ты мог противостоять Словом Божьим. Аминь. Тебе нужно наполненным быть Словом Божьим. Musst du erfüllt sein, damit du dagegen anstehen kannst. Ты должен kannst. Знать, что исцеление твое. Musst wissen, Heilung и каждая deins. Болезнь, которая приходит к тебе, она обманывает и ворует у тебя. Jede Krankheit, die zu dir kommt, lügt dich an und will dich nur bestehlen. И точно так же, как ты воюешь, попробуй, кто заберет у тебя деньги. Stell dir mal vor, jemand will dein Geld klauen. Попробуй, кто сними у себя с твоей конты деньги неправильно. Что ты будешь делать? Stell dir vor, jemand nimmt von deinem Konto einfach Geld weg. Ну, может быть, на то воля Божья. Ну, этим людям ja, больше понадобились деньги, чем sagst мне. Sagst ja auch nicht, ja, der Dieb, der braucht кто dir из нас ведет Geld. Себя так? Никто. Это мое. Я заработала эти деньги, и никто не может у меня их своровать. Аминь. Если нужно пожертвовать, то я отдаю от сердца, куда Бог скажет. Но воровать никто не имеет права. Исцеление. В день тогда, когда ты принял Иисуса Христа в свое сердце, оно принадлежит тебе. И болезни. И симптомы они воруют и в наглую приходят и обманывают. Und Krankheiten und Symptome sind einfach nur Lügner, die dich bestehlen wollen. И если ты хочешь und wenn du möchtest, принять все то, за что умер Иисус, all das annehmen möchtest, was Jesus vollbracht удержать hat, это, das сохранить möchtest, это, es beschützen möchtest, тебе нужно наполниться Словом Божьим, dann musst du dich erfüllen, чтобы противостоять симптомам. Um dagegen anstehen Amen. Zu können. Амин. Не бездействуй. Sei nicht unwirksam. Тогда, когда ты бездействуешь. Wenn du untätig bist. Если Кристина будет спокойненько стоять, я могу с нее снять все, что мне нужно. И цепочку, все. Если она не будет не сопротивляться. Wenn ich jetzt einfach stehen bleibe, dann könnte sie von mir all meine Wertsachen wegnehmen. Знаете, что мы делаем? Мы бездействуем, когда симптомы начинают нас атаковать. Они говорят, ой, тебе это не нужно, давай я сниму-ка вот это. Wir sind manchmal so, wenn die Symptome kommen, dann sind wir untätig. Wir lassen einfach zu, dass die uns etwas wegnehmen. Не будь бездейственным. Sei nicht untätig. Наполняйся Словом Божьим, чтобы противостоять симптомам, чтобы не позволить обворовать тебя. Sei nicht untätig, sondern erfülle dich, damit keiner dir was wegnehmen kann. Слышать. Hören. Верить и принимать – это способ Божий. Glauben und annehmen, das ist der Weg Gottes. Amen. Когда ты знаешь, как ты можешь двигаться так. Аминь. Wenn du weißt, wie, kannst du damit gehen. Halleluja.